Привет! Всем привет! Еще в 2013 году я выложил видео этого биотуалета. Вот уже 21 год, все работает. Люди просят повнимательнее, поближе снять место соединения. Ну вот смотрите, вот такой элемент был сделан из нержавейки. И на болтах через прокладку прикручен. И сотый вход для того, чтобы подключить гринфос. Вот, дренажный насос. Тут суть-то в чем, что биотуалет не может перерубить эти отходы, а дренажный насос очень быстро это все перерубает, когда заполняется, сразу это все перерубается и уходит. Вот, мы добавляем добавки. Вот, это как биотуалет. Приятно пахнет, видите, розовая жидкость. Вот, и заполняется, включаем в розетку, он даже сам уже включен, когда наполняется, он сразу перелив и откидывает в дренажную яму. Так как у нас торф, это все быстренько уходит, разлагается. Мне кажется, все экологично. Вот, с 13 года это уже 8 лет, даже больше, потому что я не сразу видео выложил. Это все работает и никаких проблем. Все. Всем привет. До встречи в эфире.